я сказал, все идет отлично, советник испугался. Там, где дружба, верность, горячее сердце, своим силам ничего не поделать. Герда едет в прекрасной золотой карете, запряженной четверкой вороных, и крибли-крабли-бум, бедный мальчик будет спасен. Да, карета-то золотая, а золото очень тяжелая вещь. И поэтому кони ее везут не так, чтобы очень быстро. Дорога ведет лесом. Те птицы, которые боятся прохлады, уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело и бодро насвистывают те, которые не боятся простуды. Просто душа радуется. Минуточку! Минуточку! Я хочу, чтобы вы послушали, как поют лесные птички, а? Слышишь? Атаманка! Что? Это вовсе не птицы, это разбойники! А карета едет без всякой охраны! Крибли-крабли-бум! Сударыня. Ну, что вам нужно? Мне нужно видеть атамана разбойников. Да. Это я. Вы? Да. С тех пор, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я. Чего вы хотите? Я хочу сказать вам несколько слов по секрету. Яковлев! Я! Вон! Вон! Да. Повинуйся, атаман. А тебе что? Что? Отдельная команда нужна. Только не подслушивай, а то я тебя пристрелю! Это дуйжовый! Обижаешь, атаманша! Ну, если только вы обеспокоили меня по пустякам, вам отсюда живым не уйти. Стор, мы с вами прекрасно сговоримся. Ну, валяйте, валяйте. Я могу указать вам на великолепную добычу. Ну? Сейчас по дороге проедет золотая карета. Кто в карете? Девчонка. Есть охрана? Нет. Так. Но, однако, карета-то в самом деле золотая. Да, поэтому едет она медленно, она близко. Я совсем недавно ее обогнал. Им не удрать от вас. Так! Какую долю добычи вы требуете? Вы должны будете отдать мне девчонку! Вот как. Девчонка нищая, вам не дадут за нее выкупа. Нищая девчонка едет в золотой карете без охраны. За кого вы меня принимаете? Карету ей дал на время принц Клаус. Да. Девчонка нищая, у меня есть причины ее ненавидеть. Вы мне отдадите девчонку, и я увезу ее. Увезете. Значит, вы приехали сюда тоже в карете. Ну, разумеется. Золотой! Нет! Где стоит ваша карета? Не скажу. Жаль. Мы бы тоже ее забрали себе. Нисколько в этом не сомневался. Да. Так. Значит, вы хотите увезти девчонку? Да, но, впрочем, если вы настаиваете, я могу ее не увозить. Угу. При условии, девчонка останется здесь навсегда. Или вы ее убьете? За деньги. Ну, разумеется. 1000 талеров. Вздор! 200 талеров!
Тысяча талеров. 500. Тысяча. 700. Талеров. Тысяча. Тысяча. Ладно, тысяча. Берите и не медлите. Ладно. Карета близко? Очень близко. Прекрасно. Атаманша, здесь. Сейчас я его вот это. Атаманша. Трубу. Мне. Давай. О! Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге и вся так и сверкает. Золото! Золото! Трубезбор? А, повинуюсь. Это очень, очень смешно. Кучер пытается прогнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь. А наши? Наши! А наши окружают карету. Кучер бежит, а не хватает девчонку. А это кто убегает? Позвольте. А? Побежал. А, сказочник! Да? Беги, беги, герой! Все, сказочник убит, наконец-то! Ну все. Все идет как должно. Дважды два. Четыре. Это Маша! Золото! Золото, золото, золото. Незнакомец, ты свободен, ты не обманул нас. Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Но это можно. Яганес! И я. Свяжи ее! Подождите! Подождите, милый разбойник! Возьмите мою шубу, муфту, а меня отпустите! Молчи, за тебя здесь никто не заступится, гадкая девчонка! Твой друг-сочинитель убит! Я его... Да, это очень хорошо! Только не отдавайте меня этому человеку! Ведь вы его не знаете, вы не понимаете, какой он страшный! Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга! Золото! Да, я... Золото! Отпустите Вообще. Меня! Без меня погибнет Кай! Девочка. Он очень хороший мальчик! Ну неужели здесь нет никого, кто заступился бы за меня? Нет, режите ее! Стойте! Или я стреляю! Ой! Я беру девочку себе! А я протестую! А это что еще за старый сухарь? Я не старый сухарь, но... А я тебе не лошадь! Не смей мне говорить «но». Да. Идем, девочка. Да. Фу! Ты не дрожи, я этого терпеть не могу. Да я не от страха. Я очень обрадовалась. Да я тоже. Ух ты, моя морда. Мордашка. А мне ужасно надоели разбойники. Че это? А днем они грабят. Ночью. А днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть. Тихо. А они засыпают. Это Маша! Чтоб они бегали. Пойдем ко мне. Но я протестую. Мама, застрели его. Ты не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, никто тебя пальцем не тронет. Я протестую. Мам! Что? Ну что я тебе сказала? Иди стреляй его. Что это такое, атаман, что вы нарушаете наши условия? Да! Раз моя дочка взяла девочку себе, я ничего не могу с этим поделать. Я никогда и ни в чем не отказываю своей дочери. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Апа! А ты еще здесь? А ну вон отсюда! Я протестую! Протестую! Ты одно слово только и знаешь. Я протестую. А я считаю до трех. Если не уберешься, стреляю! Но! Раз! Я! Два! Три! Тебе что? Особая команда нужна? Раз! Два! Ну вот, теперь нам взрослые не будут мешать. Ой, а ты мне очень нравишься, Гердочка. Твою шубу и муфту я беру себе. Ведь подружки должны делиться. Тебе что, жалко? Нет, нисколько. Но я боюсь, что замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы. Вот глупости. Ты не поедешь туда. Ишь ты какая. Только что подружились. Ой. И вдруг уезжать.
перчаточка. А у меня есть целый зверинец. Да. Олень, голуби и собаки. Собак я держу во дворе. Вон, они огромные, могут тебя проглотить. Они часто так делают. А олень тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень. Северный. Северный? Да. Сейчас тебе покажу. Эй, ты, иди сюда. Боится. Я каждый вечер щекочу ему шею острым ножом. Он так уморительно дрожит, когда я это делаю. Ну, давай! Ну, живо! Ну, ты знаешь меня? Знаешь, что я все равно заставлю тебя подойти? Видишь, какой? Ну, какой вот смешной! Ну, ну! Давай, 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 скажи что-нибудь, ну! Ну, вот никогда не заговорит первым. Эти северяне такие молчаливые. Ну, давай, давай, давай. Ой, видишь, боится. Не надо. Почему? Это очень весело. Я хочу спросить его. Скажи мне, пожалуйста, олень, ты знаешь, где страна Снежной Королевы? Ах, знаешь? Ну-ка, убирайся отсюда вон! Я все равно не пущу туда тебя, девочка! Девочка, поговорим с оленем! Нет! Два слова! Нет! Только два слова! Нет! Ух ты! Колечко? Нет! Ой. Ну ладно, будь по-твоему, мордашка! Эй, ты! Иди сюда! Ну! Живо! Но я не буду щекотать тебя ножом. Скажи, олень, а ты когда-нибудь видел Снежную Королеву? А скажи, пожалуйста, не видал ли ты когда-нибудь вместе с ней маленького мальчика? Видал? Говори сейчас, как это было. Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Я сказал ей: «Здравствуйте!» А она ничего не ответила. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки. Санки! Значит, это действительно был Кай! Это был Кай! Так звала его королева. Ну вот, так я и знала. Белый от холода. Нужно растереть его рукавицы и потом дать ему горячего чая с малиной. Я избила бы его, глупый мальчишка. А может быть, он превратился теперь... Кусок льда? Девочка, отпусти меня! Отпусти! Я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина! Довольно! Договорились! Пора спать! Я с тобой не поеду, потому что терпеть не могу холода! А одна я здесь оставаться не могу. Я к тебе привязалась, понимаешь? Отпусти! Ну-ка, спи! И ты идешь и спать! Быстро, ну-ка, быстро беги отсюда! А я тебя привяжу! Я тебя привяжу тройным секретным разбойничьим узлом. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Так, сюда. Спи, моя крошечка, спи, моя маленькая. А-а-а-а-а-а.
Но я отпустила бы тебя. Ну, сама рассуди. Разве я в силах расстаться с тобой? Ну-ка, спи! Быстро! Быстро усни! Я все делаю быстро, и ты быстро спи! Эй, ты там! Спокойной ночи! Ах ты глупый, бедный, маленький Кай! Девочка! Что? Девочка, давай убежим! Я увезу тебя на север! Но я привязана! Это ничего! Ты ведь счастливая! У тебя есть пальцы! Нет, ничего! Это я своими копытами не могу развязать узла! Ничего мне не сделать! Там так хорошо! Мы мчались по снежному полю! Свобода! Свобода! Северное сияние освещало бы нам дорогу. Скажи, олень, а Кай был очень худой? Нет, он был довольно полненький. Девочка, бежи. Когда я спешу, у меня руки дрожат. Тише. Что? Ложись, у меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись. Тройной секретный разбойничий? А! Ты хотела бежать. Вот ты какая! Я поставила тебе записку! Эх, Герда, Герда! Прости! И перчаточки я тебе не отдам, они мне очень понравились. Вот тебе вместо них безобразные рукавицы моей матушки. Ты это, поцелуй меня. Ой. Скачи, олень! Скачи, пока я не передумала! До свидания! До свидания! Прощай! Дальше я не смею идти. Ну тогда до свидания. Большое спасибо тебе, олень. Подожди. Чего ждать? Нужно идти, не останавливайся, и тогда гораздо скорее придешь. Подожди. Снежная королева очень злая. Я знаю. Здесь жили когда-то люди. Множество людей. И все они бежали на юг прочь от нее. Тебе здесь только лед да снег. Снег да лед. Это могущественная королева. Я знаю. И все-таки ты не боишься? Нет. Здесь холодно, а дальше будет еще холоднее. Стены дворца снежной королевы сделаны из метели. Окна и двери из ледяного ветра, а крыши из снеговых туч. Значит, Кай так близко. До свидания. До свидания, девочка. Ах, если бы она была сильна, как 12 оленей. Но нет. Что может сделать ее сильнее, чем она есть? Полмира обошла она,
и ей служили люди, и звери, и птицы. Нет, не у нас занимать ей силу. Сила в ее горящем сердце! Кай, дорогой! Здесь так пусто, и тут некого спросить, как пройти к тебе. Кай! Кай, неужели ты совсем замерз? Скажи хоть слово. Когда я подумаю, что ты, может быть, замерз, у меня подгибаются ноги. Если ты не ответишь, я упаду. Пожалуйста, Кай, пожалуйста! Тише, Герда! Ты сбиваешь меня! Кай, милый, это я! Да. Ты меня забыл? Я никогда ничего не забываю. Подожди, Кай! Я столько раз видела во сне, что нашла тебя! Ну, может быть, опять я вижу сон. Только очень плохой. Кай, это ты? Я. А что ты делаешь? Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность». Зачем? Не знаю. Так велела королева. Но разве тебе нравится вот так вот сидеть и перебирать льдинки? Да. Это называется ледяная игра разума. А кроме того, если я сложу слово «вечность», королева подарит мне весь мир. И пару коньков в придачу. Пойдем домой, ты тут все забыл. Вздор. Кай, это все советник, это все королева. Вздор. Пожалуйста, не говори так. Пойдем домой, пойдем. Я ведь не могу оставить тебя одного. А если я здесь останусь, то замерзну насмерть. А мне этого так не хочется. Мне здесь не нравится. Только вспомни, Кай, дома уже весна, колеса стучат, листья распускаются, прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое. Слышишь, Кай, небо чистенькое, как будто оно умылось. Слышишь, Кай, ну засмейся, что я говорю такие глупости, ведь небо не умывается. Кай, ты, Кай! Ты беспокоишь меня. Там весна. Мы вернемся и пойдем на речку, когда у бабушки будет свободное время. Мы посадим ее на траву, мы ей руки разотрем, ведь когда она не работает, у нее руки болят. А помнишь, ведь мы хотели купить ей удобное кресло и очки. Кай, без тебя во дворе все идет худо. Ты помнишь сына слесаря, его звали Ганс, ну того, что всегда хворает? Так вот, его побил соседский мальчишка, тот, которого мы прозвали Булкой. Из чужого двора? Да, слышишь, Кай? Он толкнул Ганса, а Ганс худенький, он упал, и коленку ушиб, и ухо поцарапал, и заплакал. А я подумала, если бы Кай был дома, то заступился бы за него, ведь правда, Кай? Правда. Не холодно. Видишь, я ведь тебе говорила. А еще они хотят утопить бедную собаку. Ее звали Тризор. Лохматая такая, помнишь? Ты помнишь, как она тебя любила? Если бы ты был дома, то спас бы ее. А прыгает дальше всех теперь, Олли, дальше тебя. А у соседской кошки три котенка, и одного нам дадут. А бабушка все плачет и стоит у ворот. Кай, ты слышишь? Дождик идет, а она все стоит и ждет, ждет. Герда! 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 Герда, что с тобой? Ты плачешь? Как ты здесь оказалась? Как здесь холодно! Идем! Идем! Ничего, ничего! Шагай вот так! Ты научишься! Ноги разойдутся, и мы дойдем! Мы обязательно дойдем! Мы дойдем!
я. Я не погиб от рук разбойников. Опять вместо меня пострадал другой. Я отдал кучеру свой сюртук. Разбойники приняли его за меня. Никогда не прощу себе, что начал рассказывать сказку, не зная, чем все это закончится. Непростительное легкомыслие. Герда! 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 Ну вот, я так и знал. Никого. О, записка. Дети, в шкафу булочки, масло, сливки, все свежее. Кушайте, не ждите меня. Ах, как я соскучилась без вас, бабушка. Герда, Герда. Вот тут она всегда сидела. Это ее любимое место. Сяду тут и буду сидеть до тех пор, пока она не вернется. Нет, не может быть, чтобы такая хорошая девочка, как Герда, и вдруг погибла. Хорошие люди всегда побеждают в конце концов. Правда, некоторые из них иногда и погибают, не дождавшись победы. Лед это лед! Ему все равно, хорошая Герда девочка или нет. Если она не вернется, то я всю жизнь буду бороться с этим ледяным советником и со снежной королевой. А если вернется, то все равно буду. Темнеет. Скоро должна прийти бабушка. Герда! О! Герда! Герда! Гердочка! Ты? Они еще не вернулись. Если ты будешь смотреть на меня такими грустными глазами, то... Я пырну тебя ножом в бок. Это что, девочка, я так... Да вот так! Как ты смеешь думать, чтобы они погибли? Так я так вовсе не думаю! Здравствуйте, господин сказочник! Здравствуй, ворон, как я рад тебя видеть! И я рад, и тогда в дальнейшем попрошу называть меня просто ворон! Хотя теперь меня следует именовать... Ваше превосходительство! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда? Я не прилетел, я прибыл! Но как раз именно с этой целью. Герда вернулась? Клара! Клара! Они еще не вернулись! Что? А, господин сказочник здесь! Доложи об этом их высочествам! Как? Клаус и Эльза тоже здесь? Да, они тоже прибыли сюда. Им тоже и днем, и ночью, и утром, и вечером надоело ждать Герду. И они тоже решили узнать, не вернулась ли она прямо к себе. Фу, вот Клара. Здравствуй, старый друг. А Герда еще не приехала? А мы только о ней и говорим. А если не говорим, то думаем. А когда не думаем, то видим ее во сне. Ну, сны сны такие страшные. И мы приехали сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь. Тем более, что дома очень невесело. Да уж, там папа все время дрожит, вздыхает, он советника боится. Мы больше не вернемся во дворец. Мы поступим тут в школу. Ага. Девочка, а ты кто? Маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я подарила ей моего любимого оленя. Да, он понесся на север и не вернулся до сих пор. Да, уже совсем стемнело. Так надо было ехать не сюда. А куда? На север! Вот тогда, быть может, мы и спасли бы ее, а? Но ведь вы думали, что дети-то уже дома. Да, а вы думали. Это не они, а это птицы. Ну вы это действительно, вы здравствуйте, друг мой. Что с детьми? Вы боитесь сказать? Ах, нет! Уверяю вас, мы просто ничего не знаем. Нет, поверьте мне, птицы никогда не врут. Простите меня, но каждый вечер возвращаюсь домой, я никого не находила.
А сегодня, как увидела освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч, да, но я бежала наверх бегом. Восьмая, годы снова упали мне на плечи. Дети не вернулись еще. Я вас всех узнала по письмам господина сказочника. Это Эльза, это Клаус, это Карл, это Клара. Маленькая разбойница. Садитесь, пожалуйста. Я сейчас немного отдышу и угощу вас чаем. А как чай? Ой, только не надо, не надо так тревожно смотреть на меня. Все будет хорошо, они вернутся. Конечно, вернутся. А мы их подождем. Да. Ой, Клара. 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 Слышите, иначе я превращу вас всех в лед. А я после этого раскалю вас на куски и продам, слышите? Но мальчика здесь нет. Ложь. Нет, это чистая правда. Ложь. Вы прячете его где-то здесь. Осмеливайтесь улыбаться. Да, да, до сих пор мы не знали, наверное, что Герда нашла Кая. А теперь знаем. Да, нашла! Жалкие хитрости! Кай! Кай! Кай, ко мне, Кай! Они прячут тебя, мальчик! Я пришла за тобой! Кай, Кай, ко мне! У мальчишки ледяное сердце, он наш! Вы, Клара! Да, вы прячете его здесь! Клара. Попробуйте, найдите! Мальчишки нигде нету, королева. Тем лучше. Значит, дерзкие дети погибли в пути. Имейте в виду, любезные, мне довольно взмахнуть рукой. И тут навеки воцарится полная тишина. Да маши! Маши руками, ногами, хвостом. Да. Все равно мы тебя не выпустим. Нет. Ах, так? Ну что? А мне даже и холодно не сделалось. А я так легко простужаюсь, я даже насморка не схватила. Тех, у кого горячие сердца, стор! Вам никогда не превратить в лед. Дорогу королеве! О, простите, но мы ни за что не дадим вам дороги. А вдруг дети близко, и вы нападете на них? Нет, нет, нельзя. Нет, нет, нельзя. Вы поплатитесь за это. Нет, мы победим. Никогда! Власти нашей не будет конца. И скорее повозки помчатся без коней. Скорее люди полетят по воздуху, как птицы. Да, так все оно и будет. Стор! Дорогу королеве! Нет! Никогда так не буду! Бабушка!
сердце мое сердце. Но я обняла его, плакала, и сердце растаяло. И мы пошли потихоньку. А потом все быстрее, быстрее. И крикли, крапли, бумц, мы пришли домой. И ваши друзья ждали вас. И розовый куст расцвел к вашему приходу. А советник и снежная королева удрали, разбив окно. Все идет отлично. Мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Что враги могут сделать нам, когда сердца наши горячи? Да ничего, пусть только появятся, и мы им скажем: «Эй, вы, Снип-снап, Снуре! Уре! Пасюре!» Вот веселой мне пошел в нашу сказку, и сердце увидел, что мир очень разный. Но много-много тайны превращений. Есть правда, есть ложь. Мы честным и добрым стараемся с друзьями, но сильным и храбрым всегда будь с врагами. И станут рядом за руки, возьмутся дружба. И любовь.